необходимости остановочного пункта на транспортном проезде жители ЖК «Две столицы» и «Солнечная система» заявляли неоднократно. С этой инициативой они выступили на встречах в рамках движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Предложение было размещено на сайте hish.online, где за него активно голосовали жители. Поэтому лидеры движения начали продвигать инициативу в числе первых. Теперь пришло время реализации. Рабочие установили металлический каркас со стеклянной крышей. Проконтролировали ход установочных работ лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» Сергей Новосельцев и Глеб Демченко. Как видим, навес не мешает проходу людей. Ну и будем надеяться, что поможет улучшить транспортную доступность данного микрорайона и качество жизни жителей микрорайона в целом. Крышу для навеса сделали из современного затемненного стекла. Оно пропускает свет, но создает приятную тень в жаркую погоду. На этом работы не закончены. В скором времени на дороге появится разметка, знаки, и через новую остановку пустят маршруты общественного транспорта.